Отголоски прошлогоднего обрушения. Администрации Юревецкого муниципального района придется решить проблему с подтоплением жилых домов. Именно грунтовые воды, подмывшие фундамент, стали одной из причин обрушения многоквартирного жилого дома в декабре 2017 года. С тех пор ничего существенно не изменилось. Дома в микрорайоне по-прежнему затапливает грунтовыми водами. Не повлияли на орган местного самоуправления ни обращение граждан, ни представление прокурора района. Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд. Бездействие органа местного самоуправления послужило основанием для направления в суд искового заявления. Прокурор потребовал обязать орган местного самоуправления разработать проект инженерной защиты территории улицы Титовой и улицы Пушкина города Юрьевца от затопления и подтопления. Согласно разработанному проекту, организовать введение в эксплуатацию и функционирование инженерной защиты, в том числе дренажной системы, территории улицы Титовой и улицы Пушкина города Юрьевца. Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.